Группа Crystals просит прощения у своих фанов. Девушки долгое время томили своих слушателей ожиданием, а Айан с учащенным сердцебиением предвкушали их камбэка. В первую очередь мы хотим попросить прощения у Айанс, потому что мы заставили их долго ждать. На последнем фан-митинге мы обещали, что камбэк будет через месяц-другой. Но, к сожалению, по некоторым причинам наши проекты не состоялись. Из группы ушла Нара. Что же послужило причиной ухода Нары? Мы подготовили песню, готовы были поехать снимать клип, но возникли недопонимания во взглядах внутри группы. По этой причине ей пришлось покинуть группу. Не будем о грустном, а лучше узнаем, как проходил отбор новоиспеченных солисток. После ухода Макпал мы объявили кастинг и взяли Мону. После этого мы из МММ еще включили в группу двух девушек из стажеров. В этом же составе мы и песню записали. Давайте теперь познакомимся со сладкоголосыми красотками. Всем привет, меня зовут Анеля, мой никнейм Нелли, мне 17 лет, в группе моя позиция является вокалист и главный танцор. Всем привет, меня зовут Джамиля, мой никнейм Сулу, мне 20 лет, в группе я главный вокалист. Всем привет, меня зовут Аида, мой никнейм Мона, мне 23 года, в группе я вокалистка и визуал. Crystals признаются, что новый состав для них как новое дыхание. Они каждый день проводят в студии и готовят для вас незабываемый камбэк. Айанс, думаем, что вы с легкостью поддержите их.